В Екатеринбурге в эти дни проходит главная промышленная выставка России. В этом году «Иннопром-2024» не перестает удивлять. О новейших и наиболее интересных разработках расскажет наш корреспондент Анна Рабчук. Она работает на месте событий. Второй день «Иннопрома» стартовал с повышенных мер безопасности. На стратегическую сессию по технологическому партнерству приехал председатель правительства Михаил Мишустин. Я напомню, что «Иннопром» – это главная промышленная выставка страны. Ее площадь более 50 тысяч квадратных метров, 46 тысяч посетителей, более 100 мероприятий деловой программы. Свои новейшие разработки представили госкорпорации, банки, промышленные предприятия, в их числе и тюменцы. «Вагон-дома» представил Заводуковский машиностроительный завод. Данный вагон представлен как вагон-офис, вагон-руководителя. Здесь получается рабочая зона. Соответственно, вагоны используются как в суровых условиях севера, так и в жарких странах. Температура от плюс 50 до минус 60 градусов. Наши вагоны свободно эту температуру держат, и поэтому они очень востребованы на рынке. Здесь можно увидеть все, что касается техники. От маленьких роботов до автомобилей. Например, среди экспонатов нашумевший «Аурус». Новинка работает на водороде или электричестве. Страна-партнер выставки «Объединенные Арабские Эмираты». Культурная программа приковывает внимание. Песни, небольшие активности, презентация текстиля, посуды, еды. Тюменская делегация также участвует в выставке в качестве посетителей. Это вся инвестиционная команда. Представители торгово-промышленной палаты, инвестиционный фонд, правительство Тюменской области, предприниматели. Проведены встречи с потенциальными партнерами стран СНГ, российскими компаниями, которые, возможно, посетят промышленный энергетический форум в Тюмени. Также тюменцы поделились своим опытом фармацевтической индустрии. За итогами поездки будем следить, а выставка продолжает свою работу.